Итак, дорогие мои любители шитья, мы с вами шьем платье для моей любимой подруги Оленьки. Оленька не захотела у нас сниматься и предстать на просторах Ютуба. Человек она достаточно скромный, не очень публичный, совсем, можно сказать, не публичный. Поэтому, что есть, то есть. Примерочка будет такая, какой вы ее увидите. Но мы с вами раскроили, давайте вспомним, на каком этапе создания одежды мы находимся. Мы с вами сначала составили техническое задание, нарисовали рисуночек, записали мерочки, прибавочки, как снять мерочки. Я вам покажу, правда, на другой фигурке, вы это увидите. Затем мы по снятым мерочкам построили прямо на ткани вот эту выкройку. Я ее вырезала, соответственно, ткани у меня было много. Экономной какой-то раскладки из-за ширины юбочки у нас не получилось. Получилось так, как получилось, но вы не должны обращать на это внимание. Сейчас я вам хочу показать, что у нас получилось в процессе сметочки нашего изделия. Значит, сметывается отдельно лиф, вот это называется до талии верхняя часть изделия лифом, да? Припуски 2 сантиметра, вот вы видите. И это выточки. Как я сметываю выточки? Очень детально я описываю в книгах, начиная от широкой части, заканчивая узкой части. Видите, здесь нет у меня никаких закрепочек. И детально я показываю это в том видео, которое вам буду предлагать для того, чтобы вы его приобрели. Дальше. Ничего необыкновенного здесь нет. Вот наши сметанные все истории. Вот так сметываются плечевые швы. Я думаю, что вам не нужно как-то подробно вот это все представлять. Просто показываю результат. Посмотрим давайте на спинку. Обратим внимание на следующее, что на спинке у нас предполагается использование молнии. И видите, как я показываю на лицевой стороне вот эти вот припуски наши. То есть я сметываю 20 сантиметров от талии вверх, я оставляю для молнии. 15 сантиметров от талии вниз я участок оставляю для молнии. Дальше я все это сметала, потому что головка у меня вот в этот вырез проходит. Вот, собственно говоря, и все. Это верх, это лиф наш, да? Что с юбочкой? На юбочке, посмотрите, средний шов спинки, он у нас сметан, начиная от вот этого участка вниз. Обязательно заметан припуск на обработку низа. Сметан у нас боковой шов. Припуски, посмотрите, куда. Если в талии я заметала на полочку, значит и впереди, внизу я заметываю на полочку. Ни в коем случае, частая ошибка бывает, когда вы, например, вот этот вот шов делаете вот так, в разутюжку. То есть стараетесь его внизу разложить, допустим, на две вот так стороны. И получается так, что вверху он, допустим, на одну сторону, внизу он у вас на другую сторону, и швы у вас перепутываются. Ни в коем случае нельзя перепутывать направление вот этих припусков внутри нашего изделия, потому что они забирают объем, потому что они деформируют внешний вид, и примерочка получается у вас нечистая и некачественная. Вот еще вам один боковой шов. Ну и наши складочки, давайте посмотрим, как они выглядят у нас на лице. На изнаночке это встречные складки, они разметаны вот таким образом. Собственно говоря, вот так вот выглядит наша сметочка. И как она выполнена, я показываю вам результат. Давайте посмотрим, что у нас на лицевой стороне. Но у нас уже была примерка, поэтому тут будут кое-какие изменения. Ага, складочка, вот обратите внимание, чтобы дать ей правильное направление, я ее немножко скрепила сверху и потом только разложила на встречную складку. Вот так выглядит у нас сметанная встречная складочка на нашем изделии. Я ее пыталась, придумала подгонять вот сюда, но посмотрим, что показала нам примерка. Вот, собственно и говоря, и все. И обращаю еще разочек, второй раз обращаю ваше внимание на очень важный момент в сметке. Когда у нас есть в изделии молния, участок под застежку молнии я оформляю вот так. Вот это называется белая ниточка. Белая ниточка. Что значит поставить белую ниточку? Это значит прошить ткань в один слой, без узелков и без закрепок, чтобы после примерки легко было ее взять и удалить отсюда, ничего не распарывая. А когда я выполняю примерочку, я вот так вот совмещаю вот эти белые ниточки. Белые ниточки у меня показывают точное положение
вот этих швов, куда будет потом притачиваться молния. И молнию на примерочку я никогда не вметываю. Мне удобнее, качественнее, чище работать вот таким вот образом. Ну вот, собственно говоря, и все. Что еще здесь можно посмотреть? Можно посмотреть рукавчик. В данном случае рукавчики у нас маленькие, коротенькие. Как он у меня сметан? Вот так у меня сметан рукавчик. На что я ориентируюсь? Я ориентируюсь вот на эту крошечную рассечку. Может быть, вот так вот вам ее видно, да, которая мне показывает припуск. Вот эта птичка у меня показывает, что это у нас передняя половинка рукавчика. Передняя половинка рукавчика. И вот эта рассечка – это область плечевого шва. Вот так у вас должен быть подготовлен, в принципе, любой рукавчик. Заметывать рукавчик вот так вот внизу, да, можно заметать примерно. Вот я его заметала. Тот рукавчик, который у меня участвовал в примерочке, я его вот так вот заметала. Иногда не заметываю, просто загибаю потом. Удобнее заметать, если есть время. Вот, собственно говоря, и все, что вам нужно было показать, как у нас выполнилась операция, которая называется, одна из 12 наиважнейших операций, которая называется сметывание.